Сурок, ты устал, тебе пора в отпуск. В эмоции? Гитара упала. Гитара, туши, 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 туши. Туши. Потушил, молодец. Ой, костер. Туши, Сурок, танцуй. Ой. Привет, друзья! Вы на нашем канале Валеричка Геймс. Ребята, я нашла очень нового классного Сурка. Действительно, мы увидели. Он собирается в отпуск. Третья часть Сурка. Помните, мы играли? Да. Не дразни Сурка. Он собирается в отпуск. Да, он, оказывается, устал. Очень уставший. Видел. И поехал в горы. Ему все стучатся, и он решил, почему он очень мне грустный. Отдохнуть? Где не будут ко мне стучаться? И он решил. Оказаться. Но мы его там нашли. Сейчас мы с вами посмотрим эту новую классную игру. Все эмоции, ребята. Он очень классный, правда. Смотрите, какой наш Сурок счастливый, танцует. Но прогнал енота. Струну порвал. А енот такой, я тогда в гости приду сейчас. А, смотрите, енот залез к нему. И что происходит? Класс, глянь, он какой взмахмаченный. Ребята, наш сегодня Сурок будет самым... Валеричка, стучи. Смотрите, слева у нас показатель. Какой он красивый. Мы его достали из ванны. Он принимал какие-то ванны. Он, по-моему, после ванны масочку наносил. Да. Вы помните, ребята, слева показатель, как мы стучимся. Ой, Сурок. Привет, Сурок. Привет. Мы хотели спросить, как тебе отдыхается? Ой. Я тут дятлы всякие прилетают. Ой, и стучат в домик. Нафиг. Ребята, только не по голове. Да. Так, Валерий, стучи. Так, стучим. Тук-тук-тук-тук. Сурок, Сурок, ты где? Сурок, выходи. Слева у нас растет гнев Сурка. Птичка села на вагончик и... А я хотела еще в прошлой части спросить, не упадет ли его вагончик, честно. Уехал, он его спас. Смотрите, какой он классный. Бедненький. Ну, честно говоря, я бы тоже не хотела потерять машину. Смотрите, с нее вода потекла. А когда наш Диск! Дискотека! Смотрите, он спит. А, смотрите, Сурок танцует. Ой, спалили. Показалось. Спалили. Когда добежит наш показатель, то мы получим подарок, да? Угу. Как в прошлой серии. Мы получим эмоцию новую. А, новую эмоцию? Гитара упала. Гитара, туши, 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 туши. Туши. Потушил, молодец. Ой, костер. Туши, туши, Сурка. Туши, туши. Туши, Сурка. Бедненький, честно, я бы не хотела, чтобы он загорелся. Сурочек, Сурочек, что ты еще делаешь? О, костер! Пожарю-ка я сахарок. Это они жарят вот так вот у нас в Америке. Зефирку! Ребята, Сурок зефирку не пожарил. Зефирка оказалась очень горячей. Ну что, получим новый подарок? Мы догнали его, да, уже психов. Это что, новые эмоции? Это обалдеть. Честно, что произошло? А, вот, NetNow. Мы сейчас можем найти новую эмоцию. Ага. Да? Угу. Мы купили новую эмоцию, папа? Нет. А что это? Мы сейчас открыли... посмотрим, какие у нас открытые эмоции. Угу. А, ребят, давайте мы посмотрим. Мы можем купить только те эмоции, которые мы открыли. И просмотреть их еще раз, конкретно какую-то. Если мы их не открыли, мы их за деньги купить не можем. Хоть у нас их очень много. Понятно. Ребята, давайте пробовать следующую эмоцию. Сурок, нам поиграй на гитаре. Змея. Она добрая. Добрая змея? Добрая. Добрая. Ничего не понятно. И Валерий, что это стучи за новая дальше. Эмоция? Давай постучим еще. Тук, тук, тук. Ой, Сурок, что такое? Сурок, привет. Ой, свежий воздух. Наконец-то я в отпуске. Ребята. Дождь. Нет. Только не молния. Бедненький наш Сурок попал. У нас, ребята, тоже очень сильные дожди. Да, ребята. Так, что мы сейчас увидим? Ой, ой, ой. Слушайте, это новую эмоцию сейчас купим. О, а что с ним происходит в эту секунду? Он психует, взрывается. Видите, взрыв происходит. Да. Ну что, Валерий, давай стучи дальше. Мы его очень сильно разнервничали. Так, что тут у нас Сурок, есть? Сурок, давай нам покажи. Костер, Валерий зажгала костер. Он такой вышел, костер горит, надо пошутить. Нельзя в лесу разводить огонь. Нельзя, он не тушится, не тушится. Почему не тушится? Да не тушится он потому что. Прикольно. Бедный Сурок, ребята. Так, ребята, мы с вами открыли все. Да. Давайте вспомним, какие мы эмоции не открыли во Помните, второй части. Помните, во второй части у нас появилось обновление, вышло но мы обновление, с вами не успели нас... его посмотреть. Да, мы сейчас вам будем показывать только новое. Валерий, показывай. Так. Итак, Сурок, бежим, бежим, бежим.
Что у нас там? Ой. Мыха! Мышка, здесь сырок, сыр! Говорит, загляни туда, что-то там это, непонятно. А что она хочет, Валерий? Ой, не знаю. Загляни. Может, лучше не смотреть туда? Сырок, может, не надо? Лера, не надо. Мышеловка! Ой. Точно! Я как я отгадала, ребят, ну потому что мыша. Она показывала, иди посмотри, что там у и меня. И самые лучшие моды из уже показанных нами сейчас покажем, угу. Ребята. Самые ребята, прикольные. Здесь самое прикольное, смотрите, что здесь есть. Вот. Сейчас. Вот так. Есть взрыв, мамышка. Есть кошка. Я, кстати, очень много эмоций еще не видела новых. Валерий, угу. Давай. Я тоже так. Давай, зажигай. Пружинка. Зажигай. А что, она не открывается? Ой, не надо, сейчас стукнет. А-а-а, сырок! Не надо было. Куда он ушел? Сырок, не надо было. Где он сейчас появится? Не знаю. Давай кошечка. Так, что у нас еще есть? Давай, Валерий, еще. Кошечка. Кошечка? Не знаю, что тут попадется. Это не кошечка, это скунс. Это не кошечка, это скунс. Ребята, скунсы, они... Прячь быстро, уходи. Они же воняют, когда они сердятся. Он прицепился и домой с ним пошел. Ребята, так придет домой скунс там. И что у него такое? Шарики. Блин, кто любит воздушные шарики, ребята? Ставь свой пальчик вверх. Пока. Куда он полетел, ребята? Ребята, мы потеряли сурка. А, вон он. Сурок, возвращайся. Ой, лопнули шарики. А это, кстати, действительно был енот. Да. Я надеялась, что котенок. Скунс это был. Скунс, точно. Все время их путаю. Ой. Валерий, не надо тянуть. Он деревья тянет. Не надо. Вместе с корнем. Не надо тянуть. Вот это дерево он тянул. Почти вытянул дерево, ребята, представляете? Там сурок расстроился, если этого не было. Нет, этого не было точно. Ну что, давай так, еще так, его выгразним. Что у него? Тут сейчас будет... Почта, сурок, ой, почта. Ой, о, ой, это пчелка. Я помню. Ау. Она его ужалила. Ребята, вас когда-нибудь жалили пчелы? Напишите, нет, интересно. Нет. Фух, слава богу, хоть бы никого не жалили. Меня жалили много раз. Меня тоже один раз жалили. Это было больно. А меня не один раз не жалили. Так, что у нас еще, ребята, сейчас нам сурок. Давай, сурок, показывай нам. Сурок, тебе почта, кто там? Ой. Бомба! Иди обратно, убегай. Беги, 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 сурок. Да уйди ты нафиг! Она не будет взрываться! Тю! Не взорвалась! Класс! Почему? А где же она делась? О! Она ой, там осталась! Нет, а я думала, кстати, что она сейчас в доме у него взорвется. Сурок! Честно! Не давай, заглядывай туда! Там же... Что, опять она? Ой, о! Действительно, она все-таки осталась! Блин, известный сурок! Ему так достается! Не везет! Он пошел, короче, пошел, взял... Ну нет, у него не получилось. Так, нам дали вишенку. А это мы получили с вами нашу коллекцию вишен. Да. У нас уже почти полный альбом в этой части. Ну что, Валерий, давай стучим. Так, что мы еще купим? Давай зайца. Я бы зайца. Вы тоже все зайцы да, захотели? Давайте посмотрим. Заяц. Заяц, выходи. Ой. Ух заяц, ты, класс. Оу. Он как в цирке, да, смотрите. Наш сурок фокусник. Зайца достал. Да. Занавес. Все, всем расходиться. Класс, ну мне это очень понравилось. Новая прикольная штука. О, Мишка. Валерий, ты так, выбрала мишку? Да, давай мишка, посмотрим. Стучи. Так, так, так. Сурок. Оу, о, это ой, маленький сурок. Смотрите, сурок какой счастливый. Он улыбается. Он пожал этого мишку, сурка. А мишка пожал его. И сурок пожал его. Кстати, а помните первую часть в сурке? Как она выглядела? А ну вспоминайте. Куда мы стучали? В дверь. Мы стучались в дверь, в дерево и в окно. И в звонок звонили. Так, смотрим, что здесь еще есть. Ой, яйцо. О, курица! Она же склюнет его в нос! Ой. Он хотел яичницу, может быть, пожарить. Но и курица ему не дала яйца. Не везет. Ничего полезного в почте не приходит, ребята. Все, что приходит, сурок, давай скорее. Что еще мы будем так? А банан у нас был, кстати? А пироженка? Ну, давайте что-нибудь вот это берем. Давай, варивили, так, что ты выбрала? Мы сейчас посмотрим. Сурок. Письмо. Письмо? Что там письмо? Ой. Я так и знала, что ничего хорошего. Нам дали коктейль. Это мороженое. Мороженое? Да, да, мороженое, Валерий. С трубочкой. Или коктейль. С трубочкой. Все-таки мороженое, мне кажется. Mm-hmm. Что еще, ребята, хотите, так, мы посмотрим? Не знаю. О, дудочка. Давай. Помните, змейка вылазила? Да. Давай, Валерий. Я сам дудочку оттуда. Тра-та-та-та-та. Он сейчас будет играть? Змея! Ребята, она вылезла все-таки. Привет, он ее не видит. Осторожно. Валерий. Он вовремя прекратил играть, ребята. Фух. Ребята, ну и сурок дает. Дерево небо опало. Осыпалось. Осень, весна, весна, осень. Вот бы вы так школа пролетела. Это камень. Смотрите, какой камень странный. Да, камень. А ну, Валерий, понажимай на него еще. Смотрите, какой он смешной. А еще и деревья. Бля, он деревья дергает. Можно деревья понажимать.
Здесь так, уже прям... Прикольно. О, груши выросли. Груши. И упали. И дерево упало. Вообще, круговорот вообще природы. Смотрите, мы меняем времена года, получается. Да, мы, получается, нажимая, прям переворачиваем. Да, осень, так. Зимой жалко так, не было. Валерий, давай посмотрим, что у нас в нашем блокнотике, альбоме. А это у нас такие наклейки, класс. Это уже у нас наклеек, ребята. Но не хватает 20-й. На 4-й страничке уже все есть. На 5-й 39-й не хватает. И 6-я страничка вся. Ребята, нам совсем чуть-чуть осталось. Ребята, кому понравилась эта игра? Мы были очень рады для вас поиграть в новую игру. Ребят, подписывайтесь на наш канал. Мы будем очень рады. Нажимайте колокольчик, чтобы первым увидеть наши новые серии. Мы вас очень любим. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Классного настроения. А вы любите сурка дразнить? И спасибо за ваши пальчики вверх. Ребят, мы вас очень всех любим.